Під час санкціонованого обшуку в будинку жителя Черкаського району, який перебуває на даний час під слідством, поліцейські виявили близько 150 набоїв калібру 5,45 мм та 4 гранати з запалами до них. Вилучені речові докази направлено на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження статті 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Розкажи, будь ласка, де ви їх взяли? Летом 2015 года я ходил в районе Сапкерна по своим личным делам. Возле воды, недалеко, я выпивал, познакомился с случайным знакомым. Выпили, разговорили. Он сказал, что у него есть возможность из зоны АТУ доставать патроны и неопределенные боеприпасы. Я его спросил, что это. Оно говорит, наподобие патроны, гранаты, что-то такое. Я сказал, говорю, давай договоримся, ты мне передашь кое-что. Договоримся по договоренности, я тебе помогу, он, и ты мне поможешь. Он спросил, для чего тебе патроны, гранаты. Я говорю, забираю патроны, гранаты, мины, вытряхую из них порох. Иногда гранаты собираю только в разборке, раскручиваю, подготавливаю, возможно, говорю, с целью продажи рыбака для определенной цели на браконьерство. Говорит, ну давай я тебе гранаты, говорит, 4 штуки, там и трохи патронов подкину, там договоримся. Ты мне поможешь по договоренности, я тебе помогу.